Продолжаем проходить Якудзу, 13 главу. Я сейчас напряженно думаю, стоит ли мне создать какое-то оружие, и если стоит, то для кого, потому что у меня хватит радужных кристаллов только на одно оружие, а вообще они требуются для оружия для Касуги, для Адачи-сана, для Чичан, для Томи. Для всех, короче, кроме Чунги. А Чунги, да у него, по сути, самое хорошее, по-моему, оружие из тех, которые я могу мог создать, по-моему. Там можно еще одно создать, но оно все равно будет слабее, если не ошибаюсь. Потому что у меня есть вот это вот, перчатки. Я могу, конечно, создать вот это, но они все равно будут слабее. А для... А тут я могу вот создать вот волчий клык для Касуги. Либо же... Окровавленный трубный ключ для Томми, который может вызвать кровотечение у врага. Это, конечно, неплохая такая вещь. У меня 33 глыбы, блин, всего лишь. Либо Чичан, которая может очаровать врага. Тоже, на самом деле, полезная функция. У нее сейчас вот это, я так понимаю, чокер Бога. Хотя нет, у нее сейчас, наверное, стоит вот этот милый чокер. Не преобразованы еще. Либо вот это есть еще безжалостный слэппер. Ну, разъярить врага это не особо, конечно. Меня привлекает. А вот очаровать или вызвать кровотечение, это прикольно было бы. Также волчий клык может оглушить врага, что тоже прикольно. Так что вот на одно оружие хватит, а кому, блин, его вкачать, непонятно. Плюс 22 будет, если чё, у него тоже плюс 22. Ну, у нас в любом случае тоже плюс 22. То есть кому-то повезет, кому-то нет. Но не обязательно на самом деле это делать, в принципе. Можно вообще забить на это. Я думаю, мы выживем и так. Из ума. То есть можно, наверное, будет это сделать и потом. Если это не прям конец игры. Теоретически. Так что, в принципе, можно на самом деле забить и пойти на миссию. Хотя написано, что завтра мы покидаем Гавайи. Прям реально мы покидаем Гавайи, все. Серьезно? А как же все вот эти якудзы, которые сейчас летят на Гавайи, наоборот? Ладно, давай ложиться спать и будь что будет. Ну что, можно идти спать? Поменялась бы сейчас глава на Кирю-сана, блин. Пора. Ямай и так уже нас ждет. Нет, глава не поменяется на Кирюсана. Блин, нам к
Капец, как далеко идти. Закончила. Ищи, брады. Блин, я хотел давно уже. Просто миллион лет назад хотел. Кое-что сделать. Но мне все время было жалко времени. Давайте это сделаем, пока мы на Гавайях. А где это? Погоди, стоп. Чё? А как это? А где это? А как это? А где это делать? Я забыл. Я что-то забыл или что? Это же было в смартфоне. Не в Алоха-связях, или в Алоха-связях? Нет, по-моему. 147 друзей из 200. А где еще, блин, 50 человек ходят? Кадзума Кирю, легендарный дракон. Кто бы мог подумать, что ты вернешься? Ресторанный переулок, буду ждать там, приходи один. Погоди, стоп, а чё, у меня уже недоступны тебе в этой части игры, типа? Приложение это, Тиндер этот местный. Я хотел его поиграть. Больше нельзя, что ли, его использовать? Блин, это реально конец игры, что ли? Я уверен, что он там был. Что за подстава? А, вот любвиматика. Или надо прям прийти к этой тетеньке? По-моему, нет. Это было бы странно. Это было бы странно и вообще непонятно. Я был уверен, что это в приложении, нет? Петушара. Это реально петух. Ну, в смысле петух. В смысле птица. Тут надо прям вот к этой бабульке сами подходить. О, с возвращением. Ну что, готов попробовать что-то новенькое? А, да. Ну, удачи, ловелас. А, вот так вот? Я думал, это у меня в смартфоне будет постоянно.
Давайте еще разочек попробуем, потому что, блин, мы уже, если мы улетим с Гавайев, то уже все. Не поиграемся в это. Так. 1000 баллов мне. Это мне надо косарь заплатить. А, у меня есть вот такой вот. Это я потрачу 1000 баллов, получается. Так, рад нашему знакомству. Меня зовут Ичибан Касуга. Моя фамилия состоит из японских символов, означающих весна и солнце. А здесь я надеюсь встретить девушку, с которой нам будет что обсудить. Сразу скажу, я... герой. Мне сложно описать себя одним словом, но я сказал бы, что я... чокнутый. В свои редкие выходные я предпочитаю... читать. Ладно, тогда не чокнутый надо. Серьезный, типа. Впрочем, ходить... А, впрочем... впрочем, сидеть дома мне тоже по душе. Я не знаю, блин, что значит «впрочем, сидеть дома», а читать это что, не дома? Предупреждаю. Так. Беседуя о личном, мы лелеем свою душу. Именно к этому я и стремлюсь. К примеру, вот так вот. Не хватает любви баллов? В смысле? Надо реально покупать баллы, чтобы... Пошла ты нахрен. Нет, на самом деле я могу легко купить. До хера баллов. У меня денег жопой. Хоть жуй. これでどうだ？マッチしたぜ！たくさん。
Кано любит свою комнату, видеоигры, главных персонажей манги сёнэн. Не любит выходить из дома. Мне скучно, пишите. Наоми. Конничива, меня зовут Наоми, я студентка, ищу спутника жизни, интрижки меня не интересуют. В людях я больше всего ценю искренность. После выпуска надеюсь стать чиновницей. В свободное время я много читаю, а вот тусовки в клубах и азартные игры меня отпугивают. Приветики, меня зовут Кинако, я косплеерша. Хочу познакомиться с парнем, с которым можно говорить обо всем, внести разнообразие в свою жизнь. Я люблю выпить, а вот музыку не люблю, у меня вообще слуха нет, сорян. Вообще я типа мрачная, угрюмая, поэтому мне нравятся веселые и жизнерадостные парни. Еще я обожаю видеоигры, особенно ролевые. Давай поболтаем, только если ты не грубиян. Йоу, врубайте музон, с вами Канапойо! Тусовки у меня в крови, скучная работа в офисе, это не про меня, ха-ха. Дома почти не бываю, сутками гуляю по клубешникам. Пиши, если тоже любишь крышесносные тусовки. Короче, вот с ней у нас совместимость 100%. Какая-то хика, не любит выходить из дома, читает мангу, играет в видеоигры. Вообще идеальная девушка, по-моему. Надеюсь, опять не окажется какой-то там бабулькой, как в прошлый раз. $100 равно $1. Почему в реальности не так? Так. Привет, я Кано. У нас хорошая совместимость. Это она сказала. Я вообще не умею общаться с людьми. Многих это отталкивает. Надеюсь, ты не против. Она явно очень замкнутая по жизни. Может, я помогу ей раскрепоститься? Или наоборот, устроим с ней уютное гнездышко для двоих? Давай устроим уютное гнездышко и раскрепостим там ее, а? Так. Касуга, да я тоже ни с кем болтать не люблю. Касуга Чи, значит, ты тоже не очень общительный, да? Кисмет? Что такое кисмет? Ага, я не из таких. Общительность для лохов. Еще без понятия, что такое кисмет. Но начало положено. Кое-что для тебя. Так. По-моему, ты очень даже ничего, Касугачи. Я хочу тебе кое-что показать. Так. Ну, уже неплохо. Подарить. Ого, спасибо тебе. Ничего себе, а может она еще пришлет? Вообще-то чужие профессии меня не очень интересуют, но почему бы о них не поговорить? А что там про свою работу говорил, что я герой? Ты же вроде где-то работаешь? Сейчас у меня полная занятость в сфере веселья. Я герой, перехожу с уровня на уровень, нет предела совершенства. Это та дурацкая песня? Ее еще в караоке поют. Так ты герой? Круто, она реально оценила. Бля, не видно, что там в сообщении. Интересно, Касугачи. Ну все, начало положено. Расскажи еще что-нибудь. В общем, так, теперь можно познакомиться поближе. Ну-ка, что ей нравится? Выберите тему, которая ей понравится. Предпочитаю сидеть дома. Я так рада, что ты тоже домосед, Касугачи.
А то не каждый пишет у себя в профиле, что любит сидеть дома. Я на этой неделе вообще ни разу на улицу не выходила. Хочу побить новый рекорд. Думаю, мне с тобой не будет скучно. Хорошо, тогда дома посидим. Мы с ней увлекаемся одним и тем же. Вот это увлечение, сидеть дома. Фотку покажи. Сиськи, сиськи скидывай. Да, ты мне нравишься. Надеюсь, я тебе тоже. Вот. Ого. Это уже неплохо. Ну, типа... Необычные ноги, конечно. Но редко кто так просто скидывает это. Спустя 5 минут общения в чате. Фу-ру-фу-ру-ру. Спасибо, спасибо, спасибо. Супер. Наше свидание будет незабываемым. Все несчастья в мире, что? В школе меня все время травили, поэтому теперь я не выхожу из дома и ни с кем не разговариваю. Ненавижу тех уродов. И до сих пор надеюсь, что на них обрушатся все несчастья в мире. Прости, что перешла на такую... Я до сих пор отравляю жизнь старые обиды. На такую неприятную тему. Я не сильно тебя смутила? Блин, да ты вообще психопатка. Эти гады еще получат свое, даже не сомневайся. Я хорошо тебя понимаю. Ого, Касугачи, ты правда так думаешь? Может, ты просто хотел меня утешить, но... В травле виноваты задиры, а не жертвы. И плохо должно быть им, а не тебе. Мне стало намного легче, ты мне нравишься. Ага, вроде помогло, хотя бы на время. Мир за порогом квартиры. Я уже очень давно сижу дома, не люблю бывать на улице. Но при этом понимаю, что выходить все-таки надо. Я знаю, что тут надо сказать. Просто сейчас нет повода. Может, сходим вместе погулять? Спасибо, что позвал, это очень мило. Но я очень упрямая, если мы договоримся погулять, то я за час до выхода передумаю. Ну, вроде нормально. Придется тебя закинуть меня на плечо и так тащить. Шучу. Я редко вот так нахожу с кем-то общий язык. Тебе тоже нравится со мной общаться? Тут бы надо это, как его, эмоджи. Тебе тоже нравится со мной переписываться, Касугачи? Блять, а как? Ну хорошо, а то я боялась, что на самом деле... Блять, это лотерея. На самом деле ты меня ненавидишь. Ладно, я уже спать хочу. Рада, что мы пообщались. Спишемся. Ага, только я еще вот что хотел сказать. Надо как-то ее разговорить. Ради этого свидания я готов на все. Назначить ей встречу. Не могу сейчас читать, потому что я играю в это. Нажать кнопку. Ой. Я должен тебя увидеть. Хочу носить тебя на руках. Мне кажется, нас вела сама судьба. Честно говоря, я никак не могу выкинуть тебя из головы. Я и день и ночь думаю только о тебе. У меня сердце колотится. Просто если бы чувак вот так вот написал тебе 6 сообщений подряд, блин, каких-то таких вот. Мне кажется, любая бы такая... Воу-воу-воу, тормози, чувак. Ты чё-то это... Кажется, перевозбудился. Выдал все, что смог. Касугачи! Признаюсь ей во всем и предложу встретиться.
Ну что, кто в этот раз-то? Ичибан-сан, якто аэта не? Оре дешта! Оме даре да ё? Бенкё ни наримашта. А? Почему в первый раз была бабка, во второй раз какой-то жиробас? Вообще мужчина. Нанятый мужчина, блядь. Что-то это вот, блин, какое-то разводило это создательница приложения. Мне кажется, они все у нее на зарплате, чтобы пользователи переписывались с ними и, типа, вкладывали свои бабки и все такое. Йоу, ты меня развела. Ладно. Хер с ним. Ладно, скоротали время, хотел бы сказать. Но на самом деле, не то чтобы у нас много времени. Но я хотел это сделать. Я хотел попробовать... Посмотреть, что будет еще раз. Может быть, получится нормальную склеить девчонку. Но нет. Нищеброды! Просто мусоркой шатал всех. Этого бойца у меня в команде еще не было. На что он способен? Может позвать его? Да ладно, не было такого чувака у меня. Да вообще, зачем я это делаю? А, блин. О. Слабый. Сам виноват. Угрожающие люди. Что тебе надо? You mess with us?
Смотрим. Алоха. Добро пожаловать, выбирайте, не торопитесь. Thank you for stopping by. Спасибо, мы всегда вам рады. Погоди, а... А где прям самое дорогое оружие продается? Вот тут вот? Или нет? Или вот тут вот. О, блин. Или вот тут вот. Идем на миссию. Я не знаю, просто если это реально мы вот реально попрощаемся с Гавайями сейчас. А где же я тогда буду? Покупать новое оружие. Don't think you can get away from me. Don't think you can get away from me. Что-то
мне не верится, что сейчас будет прям... Мы сейчас улетим с Гавайев. Или же мы поменяемся местами, типа мы улетим с Гавайев, а Кирюсан с своей бандой наоборот полетят на Гавайи. И собственно геймплей также и продолжится, но уже просто персонажи наоборот локациями поменяются. Возможно будет так, мне кажется. Как вы думаете? Пишите свои варианты в комментариях. Кушать, кушать! На меня смотрят выжидающие. У меня есть чем поделиться. Ну, вот могу дать тебе... Могу дать тебе травы поесть. Ты же птица. Птица ест траву? Спасибо! Кажется, я все сделал правильно. Блин, ну... Правильно-то правильно. Но я не получил ничего взамен. Можно перейти дорогу? Типы переходят, вроде бы. Блин, тут начинается сейчас городская история. О, Касуга! Точнее, это продолжается та, которая была. Йоу, Мэтью, это снова ты? Как делишки? Куда направляешься? У тебя живое выступление? Нет, сегодня у меня встреча с организаторами. Блин, не хотел это делать. Да ну. Ага. В этот раз мы хотим устроить концерт на пляже. Если будет время, приходи обязательно. Звучит прикольно, я приду. Нет. А? Прошу прощения, ты голем волкострел? Что задумал этот пацан? Тоже будет дразнить Мэтта и выкрикивать картофельные прозвища? Надо бы за ним присмотреть. Я твой фанат! Голем волкострел рулит! Что? Чё за хэ? Я часто слушал тебя на пустой парковке. Правда? Хотел бы я снова услышать дикий рок, мистер Голем. Прости, дружок, с этой музыкой я распрощался. Что? Теперь я Мэтт Тропико. Голема волкострела больше нет. Мэтью. Понятно. Прости, зря я спросил. Кажется, парнишка очень расстроился. Если увижу его в городе, спрошу, в чем дело. Нет. На самом деле, я по классике, просто по классике. В первые там 10-20 часов игры
задрачивал побочные миссии. Потому что мне было интересно абсолютно все просто. Я такой, блин, вот сюда хочу, и вот это, кто это, что это? Хочу посмотреть, хочу поговорить с этим человеком. Вот. А потом как-то уже поднадоело, и как-то уже хочется по сюжету пойти. Сейчас этих миссий еще дофига просто, но... Мне как-то уже не хочется на них останавливаться. И так у меня с каждой игрой, просто с каждой. Ну чё вы? Сам смотри, куда бежишь, дебил. Извиняю. Короче, нам по прямой очень далеко. Просто по прямой. Два панка и два рэпера. Тут есть анаконды, мы можем на самом деле пойти и прокачать какое-то из оружия, потому что это последний шанс. Лучше уж какое-то прокачать, чем вообще никакого. Как вы думаете? Пойдем сделаем это. Что, не успели перейти? Ладно, у них красный. Так, что мне важнее получить? Оружие, которое может очаровывать, оружие, которое может оглушать, или оружие, которое может вызвать кровотечение? Окурок. Молодец, блин, Казуга. Подобрал окурок. Гордись собой. Добро пожаловать. Так. Что мне сделать? Какое оружие? Оглушающее оружие. Кровотечащее. Кровотекущее. Или очаровывающее. Ну, очаровать она и так может, кстати. У нее есть способность очарования. Ну, очаровывающая способность у нее есть.
Поэтому, в принципе, это не то чтобы прямо обязательно. А вот оглушающее или вызывающее кровотечение, наверное, будет более полезно. Давай, наверное, вот это. Все-таки кровотечение это очень полезная способность. Которая может еще и... Ну, которая может быть полезна против боссов в том числе. Спасибо. А еще мы можем, кстати, погоди. Добро пожаловать, погоди. Можем еще сделать вот это. Не то чтобы это мне надо, но просто сделать. Как факт. Чтобы было. Thank you. Спасибо. Так. Вот как это так? Можно выйти? Давай перепрыгнем здесь. Аккуратненько. Блин, ну жалко мне. Радужных глыб нет. Ну, вот я на самом деле думал, да, я озвучивал свое предположение, что в итоге финал будет развернется здесь, и типа якудзы всякие прилетят на Гавайи, мы будем здесь с ними сражаться. А сейчас я думаю, что, возможно, мы отправимся в Йокогаму, а Кирю-сан... отправится... Почему все стоят, ждут? Поехали. Ха. Странно. А Кирю-сан с друзьями прилетят сюда опять. Почему я так думаю? Потому что, если посмотреть вот сюда, то здесь персонажи... Сунхви, точнее правильно, Сунхи, Чо. Они, смотрите, они в летних, ну, типа, в гавайских нарядах. То есть Сунхи в таком наряде не ходит. И Чо в таком наряде не ходит. То есть не исключено, что... Мы поменяемся местами с ними в следующей главе. Ну, наконец-то. Чё я никого не трогал, блядь? А, ну ладно, ладно. Ну в смысле, блин, они сломали это.
ビビってんのか。受けてみな。ガツンといくぜ。俺の番だな。Чего вы боитесь, парни? Воды боитесь, ага, ага, ага. Выжил. Теперь нет. Другая атака. Подойди поближе. Милок. Да. Икзе, икзе. Кто ты убежал-то, блин? Чуть-чуть надо пройти. Тап. Таб. Радужная глыба. おかしいな。どうしたんだい？いや、インターネットが消滅したっぽくてよ。この世の終わりか？
俺のスマホからどうにも繋がらなくなっちまってよ。さっきまで使えてたんだが。たまに電波がやたらと悪いところあるよな。急に繋がらなくなると世界から見放された気分になるぜ。大丈夫だよ。俺らがいるだろう。そんな時こそ仲間。ああ、復活した。よかったよかった。今一番がなんかいいこと言いかけてたみたいだが。え？悪い、聞いてなかった。もう一回頼む。うるせえ。いい仲間だね。気分が乗ってきたぜ。待たせたな。ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父に帰りを待っとりますけ。でけえ声出すな、バカ野郎。戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、達者で。親父、一番も気をつけてな。トミに帰りに来るよ。トミ、ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。だって俺、やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェーだしな。今の俺らにとっても日本は安全な状況じゃねえ。だからこそおめえの力が必要なんだ。Давай, погнали, Томми, ну ты чё? Чё ты, блин, здесь делать будешь один? Понятно. О майра не соку ма диварить, а шога не. Так совать опять будешь, что ли? Хонто ва ищу ни китак те шога на катта ксин. Сунао ни наре най оре мо кавай даро. Мендоксе яцу да на. このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな、客だ。あ、ドワイト。しつこい野郎だ。Зачем? Они пока ничего не могут сделать, пока кружат как идиоты. Все. Можно было спокойно плыть и дальше. Ямай, Акане-сан то ради утром. Темизика не кататскеро. Нагай ва штекне. Кокора ва эсаба дакара на. Эсаба? Адвайс да. Уми ни ва нарубеку чиказуку на. Нани ка сиране га. Вакатта. Икзе! お別れの挨拶もなしなんて寂しいじゃないか、春日。俺の中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドワイト、てめえよくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真
そんなにばらまいてほしいか。いや、富澤君だったかな。君たちをここで始末すれば、それもこれも全て解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあ、そろそろ始めようじゃないか。ひらしてた。サメ？餌はってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところをこの目で拝ませてもらう。Главарь Барракуды Дуайт Мендес. Ну это опасно туда лететь, на самом деле. А вот так. Сила созерцателя. Сюда не приближаться.
Надо ему снизить это все. Отлично, у него кровотечение повесилось.
っと休憩。攻める気だ。腰抜き野郎が。すがりゃ。いや。Чувак в рубашке родился. Кого он там вызвал? Откуда они? Как он их вызвал? Сила смертоносных наручников. Сила игривого песика. Yes, yes.
行くぜ。私の出番ね。どう料理してやろうか。Блин, какого хера он повернулся в этот момент? Воу, Томми! Томми покусал акулу. Опять? Надо быстрее с ним кончать. Икзе. Ну все. Суперкомандный бой, сила дружбы. Браслет из акации Коа. Надо будет посмотреть.
上昇上昇。また成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。いっぱいやりたい気分だぜ。鍛錬の成果です。あ、чувак сидел в запасе все это время. У него, а, ну у него атаки огнестрельные в основном. Электрические есть. Ну, электрические, кстати. Неплохо было бы. Я забыл про него вообще. Шоубу аритай. Доу суру? Брайсу не найте аямарка. Хм. Омай ва Брайсу о амаку митейру. Шимей о хатасе накатта ваташи о. Яц га юрусу то омоу ка? いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ。あんた、あの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前は、ブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。何が違うってんだい。パレカナの教祖なんてのは、奴の一面に過ぎん。奴は、誰よりも恐ろしい怪物だ。あ？それは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするかな。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだろう。自分で餌はここにありますって言ってるようなもんだ。まあ、イミテーションキングの最後としては上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回して、そこで幅利かせてたドワイドが海の主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから取り戻すためにあの海の主に生かされたのかもしれねえな。トミ、あの写真どうするの？消すよ。死体斬りの趣味はね。バカ野郎が。ガブナイヤツラミ。Ну что ж, нет. Конец главы нет. Пока. Пока нет. Хонто не цвичокта. Коко, Нихон де иин да ё не? А, Кайжоу Хуанчоу но Коку Кичи да. Каэтте китан да на. へー、これが日本か。なんか殺風景だな。当たり前だろ、空港の端っこだぞここ。それにしても病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう。それなんだよな。あ、おい、あれ。あ、あれって、кто это, Дата Сан? Домо, Адачи-сан. Соре ни Касуга ичибан. Хисачибури да на. Соу ка, ано ко га рани ка. Дата-сан? Мако-чан, нанде коко ни? Ямай кара кийте наин деска? Ой, Ямай.まあいいじゃないですか、刑事さん。病豊かだな。こうして会うのは初めてだな。
捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ、あんたが伊達さんか。ああ、突然連絡があった時はたまげたが、病豊か。田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ、田畑をやったのは自分です。なんだよおい、全然わかんねえって。説明してくれよ。部外者に話せる内容じゃないんだがな。お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東条会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか。はい、そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるならまあ話は早いか。事件後、病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。出頭？あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。殺人とはいえ30年近く前の事件だ。捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな。正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと譲らなくてな。そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく、久しぶりに方々頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ、じゃああんた自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか。富澤君にはそんな美談に聞こえるのか。人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ、なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。まあざっと経緯はこんなとこだ。ああ、病、このまま署へ向かう。さあ行くぞ。おい刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ？うっ、病、警部大丈夫ですか。いいから病を追え。待ってくれトミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を。あいつは悪党だけどよ、今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたからわかるんだよ。何か事情があるはずなんだ。ちょっと病に構ってる場合、私たちそんな余裕ないでしょ。ええ、今は何よりも茜さんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番ちいちゃんも半純義も正しい。でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。一番バカなことを。待て伊達さん。桐生から話は聞いてる。その子
ラニを守るためにあいつは今文字通り命をかけてる。病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか。どっちがじゃねえ、どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし病も負える。もし病を連れ戻せなかったらお前たちが病の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ないぞ。分かってんのか。はい、覚悟してます。ほんとトラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか。ああ、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよあんた。まこっちゃんが言うか。おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑結衣を探してるはずだ。それって病が惚れてたっていう。ああ。病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか。朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらがら、また痛くなってきやがった。こら2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。足立さん、ありがとうございます。俺も少しはいいとこ見せねえとな。半純義、茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの。病が田畑結衣に会おうってんならカムロ町に向かったに違いない。田畑組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。よっしゃ、急ごうぜ。春季покинул отряд. Морочу. Эх, сколько воспоминаний. Еще бы. Но сейчас нет времени по сторонам глазеть. Надо найти Ямай. Да. Значит, он ищет женщину по имени Юи Табата. Если узнаем, где она, то поймаем, куда он. А, если узнаем, где она, то поймем, куда он направился. О. Ага. Здесь сто пудов кто-нибудь допомнит семью Табата. Только надо выведать у них сведения. Ну и где нам искать этих знающих? Адачи-сан. Адачи-сан, ты не помнишь, где у семьи Табата был офис? Да. Я такие вещи никогда не забываю. Камуро, Розовая улица, дом номер 3. Во всяком случае, 30 лет назад офис был там. Ну, других зацепок все равно нет. Идем на Розовую улицу. Так, глава еще не закончилась, на удивление. Глава продолжается. И мы уже в Токио.
Да, но мне уже пора заканчивать, на самом деле. Точнее, мне было бы пора заканчивать еще... Еще когда мы дрались с Дуайтом. Давайте заканчивать, потому что иначе это может затянуться еще больше. А как нам теперь на остров Дондоку попасть? Я так хотел. Ладно, шутка. Не хотел. Все, будем закругляться, продолжим завтра. Точнее, нет, завтра мы не продолжим, скорее всего. Ну, послезавтра. Только а чё мы все по-гавайски одеты? Надо переодеться. Как какие-то туристы, блин. И игра всё не заканчивается, и всё не заканчивается. Мы вернулись в Японию, но сюжет все продолжается. И скорее всего еще, причем будет сюжет в Гавайях, мне кажется, что все-таки команда Кирю отправится туда, вслед за этими якудзами, которые собираются туда ехать. В общем, узнаем. В ближайших стримах. Все.